Все помнят заведение на Космической, имя которого, наверное, уже сейчас и никто и не вспомнит. Так вот, я вам хочу сказать, что нужно стереть все воспоминания, связанные с ним. От него осталась всего лишь одна коробка, в котором поселилось новое заведение под сладким названием «Белинский холл». Еще не знаю, какой здесь будет интерьер и формат, мы знали на 100%, что Белинский холл нас порадует. Причиной тому является только одно – родители Белинских холл, которые любят свое дело и знают, что они делают. Открытие знали, наверное, немногие. Все это, в принципе, доносилось посредством слухов. Вот, наверное, на это вы и сделали, в принципе, ставку. Почему, в принципе, держалось все в секрете? И, честно говоря, люди до сих пор не знают, что конкретно их ожидает сегодня в Белинский холл. Да, наверное, это какой-то такой ход. На самом деле, есть человек, который, за которым все это стоит, и это его видение на все это. Понимаете, для чего это делается? Для того, чтобы люди не приходили за привозом, чтобы мы не стали клубом привозов, чтобы мы не стали клубом интерьера, в который можно прийти, просто посмотреть раз и уйти. Мы приверженцы того, чтобы за нами шли люди. И, соответственно, никакой рекламы, никаких анонсов. И даже сейчас я вам не скажу, кто у нас будет, потому что я хочу вас всех очень сильно удивить и порадовать. Поэтому люди, которые собрались, это такое сарафанное радио. И я рада, что именно такие красивые, хочу заметить, взрослые, по-настоящему взрослые, думающие, люди интеллектуальные. Я многих очень знаю, с каждым столом здороваюсь. Мне очень приятно, что именно эти люди посетили нас. Кто такой был Белинский? Это был известный критик во времена Пушкина. Поэтому вниманию публики предлагается тоже покритиковать нас и оценить заведение, которое новое, неформатное, то есть не такое, как везде. Вопрос. Пришли в Белинских, а знакомые все лица, вот, наверное, которые уже стали просто традицией для программы «Потетаем». Мы рады видеть ваш состав, ваш коллектив. И скажи, как вас свела судьба вновь? Вы знаете, ну, во-первых, очень нервничаю, очень переживаю. Сложный путь был проделан за короткое время, без средств массовой информации, без рекламы. Вы видите, полное заведение людей. Это все наши друзья, все наши гости. И, наверное, благодарны мы одному человеку за все это. Человек, который стоит за кулисами всего этого заведения Белинский, которого мы любим очень сильно. Это наш директор, которого никто не видел практически. Мы идем за ним. Это человек большой души. Мы в него верим. Это человек, который берется за любой проект, и он успешен. Если человек покидает этот какой-то проект, в общем-то, это дело становится бессмысленным. Поэтому здесь он сейчас с нами, мы идем за ним. Поэтому вся команда, официанты, повара, даже уборщицы. I called your number twice, but it rang.
Заведение – главная атмосфера. Когда первый раз заходишь в заведение, ты чувствуешь, есть атмосфера в этом заведении или нет. Здесь она есть. Я думаю, что это новое видение нашего города, нашей харьковской тусовки. Думаю, что здесь сегодня присутствуют не только люди, которые проживают в Харькове, но я знаю, что сегодня приехали люди из Москвы, из Киева, что очень приятно. И как возле входа, так и вот здесь. Я еще не успел зайти, но я знаю, что это заведение в любом случае должно быть, стать самым лучшим в городе. Очень приятно здесь находиться. Впечатлил меня интерьер, что-то новенькое. Ну, посмотрим, как оно будет. Главное, атмосфера. Раскрою тайну. Сегодня у нас будет играть владелец великолепного хаос-клуба «Мантры». Вы знаете прекрасно. «Мантра» – это один из ведущих клубов Украины. Почему он? Потому что он у нас хороший друг, он нас поддерживает, он несет хаос людям, и мы ставим именно на это направление акцент, чтобы у нас был уют, вы видели книжечки, чтобы люди не только физически, но и духовно себя и своих соседей обогащали. Замечательно, мы развиваемся духовно вместе с Белинский холл. Холл с ритмами нас радует всех фраше на сцене Белинский холл. Здесь есть один недостаток, все слишком хорошо. Ну, пока критики не будет, потому что сегодня открытие. Мне кажется, они держат пока что свою марку. Надеюсь, в дальнейшем будет то же самое. Мне нравится это заведение. Почитаємо знову каже привіт усім, хто любить нічне життя. З вами Єва на телеканалі «Фаворит». Сегодня программа «Почитаем» приехала на второй день открытия концептуального заведения «Белинский холл», где выступит диджей, продюсер, композитор, певец и музыкант «Манекен». Настенька, я так понимаю, что второй день открытия, он, в принципе, определяет музыкальный формат заведения. Сегодня Токио, сегодня Рейни Дейн и, о, Манекен. Самый лучший, наверное, украинский музыкант на сегодняшний день. А давай поговорим о музыкальном формате «Белинский холл» вообще. Какую музыку мы здесь услышим?
Наверное, это диско, это также хаус. На самом деле, просто хотелось создать такое веселое движение, чтобы люди танцевали под приятную музыку, да, под какие-то хорошие треки, и чтобы это было не напрягающе, легко, воздушно, чтобы наши молодые люди и девушки отдохнули в полную силу. Наверное, это больше направление будет диско. Какую публику притягивает Белинский холл? Хорошую публику, я думаю, не только красивых людей, но и людей, которые разбираются в музыке. Это довольно-таки привередливая публика, и публика, которая разбирается в музыке. Но на самом деле самое важное – это атмосфера. Атмосфера, которую создает прежде всего наш персонал. Женя, я знаю, что у тебя уже был саундчек в Белинский холл, ты уже успела ознакомиться с этим заведением. Что ты думаешь о его концепции? Веселый повар, вкусная еда, интересный интерьер, качественный звук. То есть, в принципе, это составляющие хорошего заведения. Есть небольшая суета в преддверии вот открытия первых вот, я пока сегодня был днем, все суетились, двигали диваны, мыли полы, натирали. Ну, здорово, здорово, новое место. Вот мне очень нравится технический подрядчик, который обеспечивает здесь вот микрофоны, да, инструменты, все колонки, то есть все выполнено на уровне, вот, и я надеюсь, что сегодня будет очень хорошее выступление. А расскажи как раз о своем выступлении. Ты сегодня в каком амплуа выступишь? Как диджей, как певец, как музыкант? Ну, у меня есть три вида выступлений. Вот с магическим столом синим в составе группы и сольный диджей-сет, вот скажем такой. С вокалом и с игрой на разных инструментах. Да, это, безусловно, больше, чем диджей-сет, но это не выступление с группой. Вот, в этом году основным приоритетом на площадках Global Gather на Казантипе я выступал исключительно с группой, как вокалист. Вот, и эта цель сейчас максимально вот представлять и позиционировать проект «Манекен» как группу. Просто когда я слушала альбом, у меня возникло ощущение, что это сделано не в Украине, это не украинский уровень. А принимал ли участие кто-то из иностранных композиторов? Да, этот альбом написан в соавторстве, правда, не с музыкантом, а с режиссером. Вот, этот режиссер Чарли Стедлер, он снял фильм с Гарри Олдманом в главной роли «Дохлая рыба». Музыку к фильму написали Грув Армада, и счастливой случайностью как-то я с ним познакомился, нам довелось с ним поиграть в студии. Это все впоследствии переросло в сотрудничество, и он является автором всех песен, автором всех текстов, да, вот, и соавтором некоторых музыкальных вот каких-то творений. Если, скажем так, первый альбом был в стиле фанк, джаз, First Look, второй альбом немножко инди-рок такой, да, смесь электроники и рок-музыки, то третий альбом будет смесью первого альбома и второго альбома. Вот что-то такая вот золотая середина какая-то. Ну и напрашивается вопрос, куда же все-таки движется современная электронная музыка? К какому стилю, какому направлению? Мне кажется, что современная электронная музыка сейчас переживает такой период, знаете. Ну вот, допустим, женский образ, если взять, то за последние несколько веков происходило следующее. То есть сначала была девственная красота, потом навороты, 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 навороты. Потом эта бомба взрывалась, и все возвращалось к истокам, к истинной красоте. У меня есть предположение о том, что в электронной музыке происходит то же самое. Мы перелопатили все диско. Мы залезли потом в рок, в какие-то хиты, потом мы залезли в 80-е, теперь мы делаем уже 90-е какие-то. То есть электронная музыка немного сама себя пожирает в плане трендов и новых течений. То, что касается, допустим, worldwide, то, конечно, есть англичане, которые по-прежнему выдумывают такие направления, как дабстеп. И, то есть, их прогресс идет, но эта музыка пользуется интересом в основном, мне кажется, более молодой аудитории, которая активнее следит за этими всеми процессами.
Юра, до меня дошли слухи, что вы сегодня с Токио приготовили нечто особенное для Белинских холл, что вы пошили себе специально какие-то умопомрачительные костюмы и готовы сегодня удивлять публику. Приоткроешь секрет, в чем состоит ваше новое шоу? Да, здравствуйте. Секрет на самом деле заключается в том, что мы к каждому нашему выступлению очень сильно стараемся, готовимся. Костюмы, ну, в принципе, часть костюмов вы уже видите. Вот, и мы подготовили вот такие вот, это уже секрет, маски, в которых будем выступать. Вот, обязательно это самый свежайший музончик от Токио. И, как всегда, самые лучшие барабанные ритмы от меня, Рэнни Дэй. Вы друг Рэнни Дэй, да? Я. А что вы о нем думаете? Что думаю? Да, очень перспективный, очень одаренный и на самом деле, как музыкант я имею в виду, очень хороший человек. Я всегда рад его встречать в разных точках планеты. Сегодня все-таки первый раз ты выступаешь в дуэте с Токио именно в Белинский холл. Как тебе концепция заведения? Мне очень нравится это заведение. Дело в том, что я очень много езжу в ближайшее зарубежье, Украина. И, в принципе, вот такого дизайна, вот такого легкого, такого дышащего, я, в принципе, еще нигде не встречал. Потому что есть некие стандарты клубов. Клуб, это должен быть вот это и это. И приезжаешь в то или иное заведение, ты видишь, да, здесь лучше свет, здесь лучше звук, здесь лучше то. Но пока что все, что я видел в Белинском, это что-то действительно для меня новое, что-то интересное. А значит, и мне уже автоматически хочется как-то по-другому выглядеть, по-другому играть, по-другому смотреть на людей. То есть мне интересно. Алена, что ты думаешь о концепции Белинский холл? Мне очень нравится, очень такое стильное. Ну вот сегодня я знаю, что играет очень классный диджей Манекен. То есть очень прикольная музыка. То есть вот они уже как бы заявляют себя как интересная, такая необычная музыка, достаточно продвинутых людей. Вот я думаю, что они будут развиваться в этом направлении, потому что как бы этого не хватает в Харькове. Женя, так понимаю, что именно ты выступишь одним из резидентов Белинский холл. Поэтому тебе нужно задать вопрос о музыкальном формате заведения. Да. Ну, как бы мы предлагаем формат нашего заведения будет, ну, в основном хаус-музыка. Ну, во всей ее красе. Ну, хаус-музыка. Хаус тоже бывает разный. Есть и попсовый хаус, типа гетты, да? Есть и более такой интеллектуальный хаус. Какой именно хаус здесь мы услышим? Ну, в основном будем играть вокал-хаус, ну, и интеллектуальный, естественно, хаус, ну, диско-хаус. Ну, весело, задорно. То есть здесь мы не услышим ни ангелов, лободу и прочую попсу? Нет. Только взрослую музыку. Без интереса нет цели, без цели нет вдохновения, а без вдохновения нет жизни. Так говорил Виссарион Белинский. И мне кажется, у идейных вдохновителей Белинский холл есть все эти компоненты. Поэтому их заведение дышит жизнью и любовью к искусству. Мне нравится концепция уюта. Белинский – это, как мне известно, русский критик. Дивіться нас кожної середи, п'ятниці та суботи о 23:00. Та не забувайте гортати сторінки на розважальному порталі «Харків про отдих».